Воспитатель детского сада номер 364.
тысяч рублей. Конечно же, эти прекрасные цветы, подарочные сертификаты от наших спонсоров. Уважаемые коллеги, абсолютным победителем 5-го городского конкурса педагог-психолог года становится... Педагог-психолог. Маленькая, ты маленькая.
за 26 лет его проведения в конкурсе приняли участие почти 2500 учителей. Многие из них стали руководителями различного уровня. 7 возглавляют образовательные организации нашего города. За эти годы почти 70% участников достойно представили наш город на областном и федеральном уровнях одноименного конкурса. Александровна, учитель русского языка и литературы лицея номер 81 Калининского района. Лауреатом конкурса вручается благодарственное письмо мэра города Новосибирска, цветы и подарочные сертификаты от наших спонсоров. На сцену приглашается Добровольская Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания лицея номер 113 Дзержинского района. Thank you.
овладении педагогами современных технологий обучения и воспитания детей, внедрение в педагогическую практику федерального образовательного стандарта, а главное, конкурс стал новой точкой отсчета на пути развития муниципальной системы дошкольного образования. Уважаемые коллеги, в городском этапе конкурса приняло участие 19 педагогов дошкольных образовательных организаций, и нам предстоит назвать имена лауреатов конкурса. Уважаемые сотрудники, мы просим вас включить обратно лучшим участникам конкурса «Воспитатель года». На сцену приглашается Белоусова Оксана Викторовна, воспитатель детского сада номер 494 Кировского района. Лауреатам конкурса вручаются символ конкурса, почетная грамота Департамента образования мэрии города Новосибирска, цветы и подарочные сертификаты от наших спонсоров. Приглашается Грудина Татьяна Францевна, воспитатель детского сада номер 262 Дзержинского района. На сцену приглашается Зеленкова Елена Владимировна, педагог-психолог образовательного центра гимназии номер 6 Горностай Советского района. Приглашается Несиненко Алена Олеговна, воспитатель детского сада номер 21 Калининского района. Уважаемый Алексей Дмитриевич, мы просим вас сфотографироваться с педагогами, лауреатами конкурса. Дорогие коллеги, обращаем ваше внимание на экран, где зажигаются звезды конкурса «Воспитатель года». Дорогие друзья, на сцене ансамбль участников городского конкурса «Педагогический дебют». Руководитель Илья Мастюгин. Ваши аплодисменты.
продолжаем нашу церемонию. Пятый городской конкурс «Педагог-психолог года». В городском этапе конкурса приняло участие 18 педагогов-психологов, образовательных организаций нашего города. Участники конкурса представили современные технологии обеспечения безопасного пространства, обучения и воспитания детей, его психолого-педагогического сопровождения. Сегодня нам предстоит назвать имена лауреатов конкурса. Уважаемая Анна Викторовна, мы просим вас вручить награду лауреатам конкурса «Педагог-психолог года». На сцену приглашаются Кирилла Ольга Сергеевна, педагог-психолог школы-интерната номер 116 Калининского района. Лауреатам конкурса вручается символ конкурса, почетная грамота Департамента образования мэрии города Новосибирска, цветы и подарочные сертификаты от наших спонсоров. Лексонова Эльвира Лутфуловна, педагог-психолог 2-й Новосибирской гимназии Ленинского района. Никитина Диана Игоревна, педагог-психолог лицея номер 185 Октябрьского района. Долговцева Анастасия Александровна, педагог-психолог детского сада номер 262 Дзержинского района. Педагогами-лауреатами конкурса. Дорогие друзья, мы же обращаем ваше внимание на экран, где зажигаются звезды на педагогическом небосклоне Новосибирска. Звезды конкурса «Педагог-психолог года». На праздничной сцене артисты дома учителя с музыкальной композицией «Елисейские поля». Я помню, я золотую, я долгую, я волну, я
мы возобновили проведение в нашем городе конкурса «Классный руководитель года». В этом году в нем приняли участие 10 учителей, каждый из которых представил педагогическому сообществу нашего города авторские программы воспитания детей и создания классного коллектива. Уважаемые соискатели, мы просим вас вручить награды лауреатам конкурса «Классный руководитель года». На сцену приглашается Ищенко Ольга Константиновна, классный руководитель школы номер 122 Калининского района. Лауреатам конкурса вручаются символ конкурса, почетная грамота департамента образования мэрии города Новосибирска, цветы и подарочные сертификаты от наших спонсоров. Пап Жанна Егоровна, классный руководитель школы номер 134 Кировского района.
друзья, с 2009 по 2015 годы в нашем городе проводился конкурс молодых педагогов в новой школе «Современный учитель». Этот конкурс по праву можно назвать стартовым формирования новосибирского молодежного профессионального сообщества. В 2016 году этот конкурс передал эстафету городскому конкурсу «Педагогический дебют». Уважаемые коллеги, мы просим вас включить награды лауреатам конкурса «Педагогический дебют». На сцену приглашаются Галчанский Максим Юрьевич, учитель биологии школы номер 178 Дзержинского района. Лауреатам конкурса вручается символ конкурса, почетная грамота департамента образования на рекорде Новосибирска, цветы и подарочные сертификаты от наших спонсоров. Рудникова Анастасия Игоревна, учитель истории обществознания школы номер 78 Калининского района. Рапута Татьяна Андреевна, учитель английского языка гимназии номер 5 Советского района. Маргарита Вячеславовна, учитель истории обществознания гимназии номер 11 «Гармония» Октябрьского района. Дорогие друзья, второй год жюри городского конкурса «Педагогический дебют» вручает специальный приз по воспитателю дошкольной образовательной организации. Приз вручается Чикиной Дарье Александровне, воспитателю детского сада номер 70, Солнечный город Октябрьского района.
Еще одна традиция – вручение победителям переходящих символов городских профессиональных конкурсов. Для передачи символов на сцену приглашаются победитель 25-го городского конкурса «Учитель года», учитель английского языка лицей номер 9 Калинина Екатерина Игоревна. Победитель 5-го городского конкурса «Воспитатель года», воспитатель детского сада номер 411 Жаркова Елена Александровна. Победитель 1-го городского конкурса «Педагогический дедюк», учитель физики гимназии номер 11 «Гармония», дедюк Леонид Анатольевич. Победитель регионального конкурса «Сердце отдали детям», педагог дома детского творчества имени Володи Дубинина Захарова Александра Евгеньевна. Победитель городского конкурса «Классный руководитель года», учитель истории гимназии номер 1 Сычева Наталья Александровна. И победитель 4-го городского конкурса «Педагог-психолог года» Гетман Наталья Викторовна, педагог-психолог гимназии номер 12. А также мы вновь приглашаем на сцену победителей городских профессиональных конкурсов 2017 года. Конкурс «Учитель года» Радькова Галина Александровна. Конкурс «Воспитатель года» Рудь Алена Юрьевна. Конкурс «Педагог-психолог года» Милитенко Елена Сергеевна. Классный руководитель Стуканова Вера Викторовна. «Сердце отдаю детям» Тасова Татьяна Жукубаевна. Конкурс «Педагогический дебют» Карелина Анна Сергеевна. Зрительного зала абсолютным победителем профессионального
полные тревог, волнений и ожиданий. Мы искренне радуемся победе наших коллег и надеемся, что в профессиональных конкурсах Новосибирска главным достижением всегда было и остается верность лучшим педагогическим традициям и обогащение бесценным опытом. И в который раз городские профессиональные конкурсы продемонстрировали единство педагогических идей, ярких мыслей и незабываемых впечатлений от профессионального мастерства. А главное – единение нашего городского педагогического сообщества. Мы – единое целое. На сцене артисты Дома Учителя Мария Гладкова, Сергей Сичко и арт-студия «Соло» Центр развития детей и юношества «Зайцовский». Встречайте! Ваши аплодисменты! Директор Дягилева Наталья Юрьевна.
Центра развития творчества детей и юношества «Заимцовский» директор Твердохлебова Татьяна Алексеевна. При поддержке городского центра информатизации «Экида» директор Сизяев Роман Юрьевич. И наших уважаемых спонсоров, которых вы видите на экране. Дорогие друзья, ваши благодарности.